будем что-то делать. Да просто, типа, хайпануть, что ли? Вдруг кто-то меня будет смотреть. Так, сейчас, погодите, я кое-что сделаю. Сейчас. Хорошо. Сейчас я пока устроюсь. Я тут в кровати, если что. Просто мне удобно так будет стримить. Хорошо лег. Микрофончик рядом и звук слышно. Тупо на оборудование, парень. Я не знаю, тут можно сделать какую-то аутокартинку. А вот здесь уже начало. Тут вот. БГ. Типа в серый переходит. Кран черный. Экран черный разве? Все на месте, нормально. Серый. Вот. Кстати, я Максиму, брату, скинул музло. Скинул музло, он сказал забахаю без Б на спокойствие. И звук кида. Ого, нифига себе. Красиво. Недурно. Это мы оставим на потом. Это типа будет вот как в вудкиде, вот это вот сзади БГ. Вот это ты доработаешь. Вот. А потом можно будет вставить. Нормально, прикольно. Так. Вообще лучше вот так вот средненько. О, уже дропчик начался. Десяточку давай. И тут десяточку. Не знаю, сейчас посмотрим. Это тигр. Ну, все нормально. Тигр там тоже был. Сейчас. Секунд левел. Прикольно. Так. Мне кажется, 15. Пройди, ПЖ. А ладно, что-то паренек попросил. Пусть будет. Ладно. Раз ПЖ. Раз ПЖ. Thank you.
сложно. Раздражает. Сорока двух. Короче. О, бесплатно. Бесплатная копия. Давай посмотрим. Кстати, интересный лейаут. Это на ГТПС бы зашло. Отвечаю. Как раз 41 секунда. Зашло бы, зашло. Отвечаю. Я оставлю это. Пусть будет. Так, а у нас тут... прекрасно, прекрасно. Даже вот так. О, переход хороший вот. Отлично, отличный переход. Все, тут уже, не знаю, такое вторая скорость. Не, первая. Вторая быстрый сильно. Пам-пам-пам. Ты сама скромность. Я бы не сказал, я могу в некоторых ситуациях быть скромным, нескромным. Смотря когда. С голосом. Я тебя умоляю. Какое? Господи. Ой. Паренек с комплексом. Я тебя умоляю. Даже если у тебя будет голос. Какой-то там, ну, низкий. Это не страшно. Людям интересен контент. Вот что делаю я. Все, не надо париться. Просто играй. Ты же играешь не на публику, а для себя. А люди просто на это смотрят. И могут дать нам комментарий какой-то. Или типа совет. Я не знаю. Вот я это делаю лично для себя. Кто хочет, может смотреть. Без проблем. Пам. Пам. Мне кажется, надо вот так вот сделать. Нет, тут не подойдет. Так. С кем не бывает? Конечно. Даже если запнулся, это показатель того, что ты хотя бы стараешься, там, пытаешься, как бы, произвести впечатление на человека. А если ты прям наизусть, то это, типа, ты прям вообще... Идеально. Вот если ты с запинкой, но расскажешь, то это тоже старание, так что переживать не надо.
я тебя прошу. Не надо эти комплексы придумывать. Ты просто придумываешь для себя вот эту фигню. Боже, если я просто там, не знаю, чихну-кашляну, это ничего страшного не будет. Я тебя умоляю. Ты же не должен прям там, как робот какой-то, сидеть такой, наизусть текст рассказывать. Или прям идеально комментировать свои действия. Боже мой, тебя никто не заставляет. Ты это делаешь для себя. Это надо сразу же. А, не, вот тут мини-мини можно сделать. Тут вот мини хорошо подойдет. Па-пам. Па-па-пам. Вот, вот. Уже получается. Получается прекрасно уже. Тут отстает. Тут отстает. Блин, это тяжелая музыка. Тут реально надо постараться. Это тебе не Орочи. Это серьезная музыка. Тут прям вообще бит такой хороший. Вот это вот трынканье, вот это вот надо еще придумать. Вот вудкит, вот это прям дикий просто. Мне вот капец как нравится. Опа-опа. Почти полная открытость, хотя при этом потерять помедленно растет. Ой, господи, я тебя умоляю. Выкидывай эти дурацкие комплексы. Ничего страшного нету. Ничего нету страшного. А. Мое любимое сейчас буду делать. Вот это вот. Мое любимое, я обожаю вот так вот делать. Сейчас, сейчас. Придумаем. Чик. А, кстати, а ну расскажи, как там твоя подружка? Ты ж сегодня в школе был. А, тут уже раньше. А, ё-моё. Уже раньше надо это делать. Па-па-пам. 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 Не знаю, вот так вот что ли? Ты пропадаешь.
Ничего в этом страшного нет, расслабься. Так вот оно что, вот. Первый день. Куда, шо? Не пришла сегодня, с утра урока ушла. Так ты не отчаивайся. Что ты сразу руки складываешь на стол? Не надо расстраиваться. Да капец, тут бит тяжело сделать. Такой что ли, не знаю. Угу. Хорошо, вот так. Ой, как сложно под этот бит сделать. Это тяжело. Очень тяжело сделать вот этот бит. Это уже Максим там сделает что-то. Опа, рольчик. Рольчик. Все будет классно. Все будет прекрасно. Опа, опа, опа. Опа. Не понял, CC2. Это, опа, у нас лайаут. Все, у нас есть лайаут. У нас есть лайаут. Я живу в Украине, в городе Одесса. Вот это любимое украинское «гы-гы». Я ненавижу просто, когда у меня учитель по физике «гы-гы». Как это бесит. Водки нет. Ша-ша-ша. Что написано? Что тут написано? Водки. Пластик. Или что это написано? Непонятно. Короче, у нас есть превью WoodKit. Все, у нас есть превью. Ладно, не буду. Экструю. Сет. Не, ну вот это надо оставить. Это очень... Это прекрасно сделано. Так, что тут у нас? Боже мой. Что за херня? Чем мне это делать? Все нормально, что ты переживаешь так, боже. Вот просто я сейчас хочу посмотреть на этого WoodKid. Просто дайте мне лайаут. Фу-поп-поп. Не надо мне бана. Не надо. Я еще хочу. Вот как они так красиво делают. Боже.
Вот этот переход делать красиво. Вот такого тоже перехода. Надо такое придумать. Ну тут прям вообще идеально. Откуда у людей такие идеи? Как они такое строят? Все. ГГ. Как? Вот как это сделать? Просто дикий. Это очень жестко. Даже вот я, кстати, смотрел. Сейчас. Одно ауто смотрел. Сейчас. Где-то было. Вот, тест на ГД. Сейчас. Я просто скажу. Короче, это самый вот прям капец, какой этот. Короче, у него дофига объектов. Больше, чем даже у Godeater. Намного больше. Я не знаю, это сколько надо, блин, делать. Ну там оно видно, там красоту видно. Ну блин, это так жестко. Это капец. О, Bloodhell. Вот это вообще дикий какой-то. Я не понимаю. Странный какой-то дело. Ага. 900к. Это вы хотите игру сломать там или что? Создатели, алё. Чё это за бред? 900к. Это какой компьютер? Опа. А что это такое? А, зараза. Это то-то-то. Са-са-са. Не, ну это уже не повторить. 900 тысяч объектов. Это же насколько должен быть бешеный демон. 900 тысяч. Сколько его там людей делают? Боже, я в шоке. Нифига себе. А друзья кто-то? А, только я. Естественно, только я. Да ё-моё, как это делать? Да иди ты. Ещё и оригинал. Вообще лезу. Да, и это... 390 это уже лагает. А что ж будет, когда зальют вудкит? Это что ж будет тогда? Это никто не пройдет. Никто вообще. Это просто самый дикий парень пройдет. У которого там Intel Core 9, 2080, видюха. Короче, самый-самый навороченный комп. Я представляю. Еще ничего нету. Обидно. Сарказмик уже, кстати, второе место, вообще красавчик. Он раньше на пятом был, вырывается в топ. Пуль.
получить модера. О, интересно. Вот так вот. Вот так вот просто получить модера. Да. Ну, басик. Варгей пройдет. Я не знаю, кто это. Надо потом будет посмотреть. Орнет. Орнет. Ой. Пам-пам. Пам-пам-пам. Ну, тут более-менее приятно смотреть. Уже. Мне уже нравится. Хоть и музыки нет, но уже приятно смотреть. Тю! Варгак. А, варгак? Не знаю, что-то знакомое. Что-то знакомое. Где-то слышал, где-то слышал. Не, ну я не знаю, это насколько у человека должен быть компьютер. Дикий прям такой, вообще дичайший, чтобы пройти такое вот. Просто будет жесть. Во-первых, еще кто-то из них должен залить очень скилловый и очень жесткий компьютер. Я не... Откуда такие люди берутся? Боже мой, кто это такой? Кто такие люди вообще? Руку хочется пожать таким людям. Просто слов не хватает. Ну, басик. Хорошо. А, классик. Классик у нас вырываются в топы, и на этом проблема. Ничего страшного. Так, Орочи классик. Ну-ну. Вот это вот Максим сделал переход. Если он пройдет вудкит или его зльет, я просто ему пожму руку. Просто дикий человек будет. Зачем Максим такие переходы делает? Это да. Это на секундочку палим пароль. Можно вот так вот. Как читер. О, понятно. Что? За 23 секунды? Чего? О, я пойду проветрюсь там, не знаю, что ли. 23. А, все, я все, я... Я понял информацию. Nightcore Corruption. Нет, Crystal Corruption. Ух. Nightcore Edit. Ликьё. Ликва. А, мой момент. Тут, кстати, вот этот переход. Вот, на эти сферы. Он немного ближе стоит. Я вот не знаю чего, но мне картит пройти Bloodlust заново. Вот прям, чтоб ты увидел. Прям жесть. Ты что, не видел?
Я ж помню, как это все проходить. Уже как это давно все было. Тренировки, я на автомате уже помню, как это все проходить. Жесть. Боже, как я ору. Я на автомате это все запомнил. Я в шоке просто. Мне нужна тренировка. По-любому. Нужна тренировочка. Ты уже 100 лет не проходил. И самое вот главное замечание. Я сейчас это делаю все на пальце. На пальце, господи! Так. Где всякие, я пол экрана разверну, тут смотрю твой стрим, мой другой поинка, WhatsApp. ВК-то. А. Красавчик. Боже, я сейчас такой дикий момент сделал. Опять на пальце. Я на пальце не привык. А тут вжух и попёр. Просто попёр. Дикарь просто. Сейчас мы потренируемся и пройдем при тебе прям. Просто ты не видел, как я это прошел. Сейчас увидишь. Я опять слился там же. Я даже знаю мою проблему. Мне нужно цвет другой делать.
го. Конечно, го. Сейчас забавка. Сейчас сделаем расцветку читера. Нет, я сейчас буду к Нобелю. Вот, я сейчас буду к Нобелю. Сейчас я буду в риф и буду класть. При тебе уже. При тебе же. Так. Сейчас, сейчас и будет. Не, у него какой-то вот такой. И вот такой. Wave стандартный. И вот такой. Такой. Стандарт и взрыв. Все, сейчас быстренько тренируюсь. И мы проходим. Я точнее прохожу. При тебе. Давно уже пора было. Еще раз. Перепад настроения. Ну блин, ну это бывает. Ничего такого. Это по стандарту. Это обыденно. Да что ж такое-то? Что ты к Нобель подводишь сегодня? Ты же год ветер вырихнул, давай. О, все понятно. К Нобелям неудобно играть. Все, обижаешь, обижаешь. Вокзал, вокзал. Ну, боже, все возможно, если захотите. Все возможно. О, все, я понял. Я буду Украина. И такой вот робот у нас будет. Паучок такой. Украина. Господи. Надо быстренько уже вот этот вот моментик подрубать. Далеко-далеко. Куда ты там летишь? Вот, все. И давай. Так, ладно, не буду. И вот этот момент меня жутко бесит. Баги бывают в этом моменте. Ненавижу просто. Вроде и тайминги запомнил. А тут вот это раз и вылет. О, так это ж хорошо. Сразу тебе отвечаю. Это вообще классно. О, погнала. Да. Хотел сказать, пошла вода горячая. Угу. Прям потекла ручьем. О, не, ну тут все понятно. Тут прям обязаны тренировочки быть. 100 лет не проходил, это уже прям нужно.
Воу. Воу. Эгей. Не дурим. Так, я не прочитал, куда пропало. Стоять. Пишет. Значит, что-то серьезное тебе пишет. Соскучилась, наверное, давно тебя не видела. Расслабься. Это нормально. Все, теперь по-настоящему погнали. У меня тоже такое бывает, когда мне пишет моя, там, долго-долго, это значит, что она тебе пишет какой-то текст. Или прям что-то такое вот интересное, так что не волнуйся. О-о-о, все понятно, все понятно. Кораблик не могу пройти, вейв сливаю, позорище, стыдоба. Боже мой, что это за позорище? Можешь, пожалуйста, уже прийти? Спасибо. Наконец-то. Стыдно будет. Серьезно, она, блин, из-за подарок. Из-за подарок, который... Ой, я тебя умоляю. Все нормально, она просто хочет с тобой поговорить. Расслабься, боже. Просто вы уже не виделись так давно, она просто хочет наверстать. Упущено, и все нормально. Не переживай. Да господи, что серьезно? Стыдоба позорище. Тьфу, боже мой, что это за позорище? Просто стыдоба. Нет, надо перезаливать. Так, подожди, а что тут? А что такое? Это сейчас так серьезно? Все может быть плохо. Боже. Я что-то не понял прикола сейчас. Ну да ладно, проехали. А, ну естественно сейчас ГД залагает. Конечно. Нужно перезапускать еще два раза ГД. Конечно. Почему бы и нет? Естественно. Фух, классно. Почему бы и нет? Шо-шо-шо.
Подожди, подожди. Ей неудобно от меня подарки брать. Не. О, дядя, тебе повезло. Фу, ты что? И она стесняется твоих подарков. То есть это уже плюс. Ты. Да что ты, господи, все нормально, ты правильно все делаешь. Только самый главный тебе совет. Не балуй ее дорогими подарками. У меня с бывшей такая же херня. Я ей телефон подогнал. Вот в твоем размере рубля 5500. Сейчас, сейчас, сейчас. Наберем. Сейчас, вот это сюда. 500. Верны. В рублях. За 13 тысяч я купил телефон. Девушке своей. Прикалываешь? Вот тупо за 13 косарей. Вот таких подарков никогда не делай поспешно, потому что последствия могут пойти вот прям вообще жопа. Думай головой. Просто думай. Вот мой тебе совет. Шоколадку за 70. Ой. Так телефон не какое-то дешманское говно, а купил хороший. С хорошей камерой за 3, еще там 32 гигабайта памяти. Не пожалел бабла, не пожалел. Ради нее сделал такой подарок. А тут тебе раз и такое вот говно. Вот, понимаешь? Так что даже не думай баловать ее такими подарками. Сначала думай. Далее... девушка, которую ты искал, и достойна ли она таких подарков или нет? Вот это мой совет тебе от меня. Ну, естественно. Естественно. Так. О, я тоже тут к Нобелю потихо этого вибрина поставлю. Но я не вижу, что там дальше. Что с маленького начну. Вот правильно. Ты правильно мыслишь. Не надо торопить события. Никогда не торопись. Все еще успеется, все еще будет. Не торопись. Так. Шубовка. А, виприн. Покажись. Я не помню тебя. Ага. Ну, а водка как раз есть. GG. Робот есть. Все есть. Отлично. Так, паук. Обводка. Из жопы не идет ничего. Взрыв такой. Робот есть. Вейв купим. Не-не-не, нормально. Отлично, отлично. Здорово. Так, деньги есть? А денег-то нету. Угу. Денег-то нету. Покупать и собрался. 4000 вейв стоит. 6. Фу-фу. Кубик 8. Фига себе цены.
Виперина захотел. Ага. Сейчас. Виперина. Подтереться виперином. О, это ко мне. А, шоп интернет. О. Нет. Нет, уже нет. Нет. О, можно. Почти. Хотя нет, что почти? Этот кубик вроде докупить можно. Вроде как. Да, отлично, мне хватает. Хорошо, пиши. Пиши, пиши. Нет. Я ГД сломал. Господи. Так. Дарвин. Да, у меня все есть. Суперово. Я буду модератор. Так вот. Ой, не помню, я не помню, что это. ЭД. Здрасте. ГД Шайвес. Сори, если неправильно прочитал. Вот так. И вот так. И взрыв. Вот такой. Подожди. А я не помню. Я не помню, что у нас там. А, ну шарик. Шарик есть. Супер, все, я Дарвин. Все. Вы теперь знаете меня как Дарвин. Реквесты? Реквесты. Да, в принципе. В принципе. Но я сейчас просто прохожу кое-что. Поэтому не знаю. Ух ты, ничего себе. Удобно, удобно. Неплохо. Дарвином прикольно играть. Лови бан. Эгей. Я что-то передумал. Увернулся. Да не, дядя. Если это то, что я думаю, то, что ты мне скинул.
Естественно, конечно, микрофон, конечно. Дискорд. Подожди. Что за фигня тогда? Он... Подожди, кто раньше? Ты или он? Ты ей раньше признался. Ну так вот. Так ты, по идее, раньше ей признался. Ты с ней чаще, наверное, общаешься. Так все, надо ее брать. Как бы уже. Ой. Ой-ой-ой. Сорян. В кроватке вот так удобно, что же заснуть можно. Я пройду уровень. Это монетка, блин, снизу. Так же легко. Бат. Ясно, понятно. Так. Это было. Чатик уберись, пожалуйста, на секунду. Я позже в этом классе. Опа. Чатик погнал. Не дурим. Так. Блин, прикольно. Боже, в этом классе. Ну какая разница, все равно, если ты уже и признался, то надо уже брать. Левел класс. Кабот. Кобальты. Еще легче. Если уже не нравится, так значит она точно твоя. Вот это прям на все 100%. Та зараза. Лес. Круто. Оу. Ай-яй-яй. Шалунная тут у нас. Алина челлендж. Вау! Нифиговенько, не дурно. В целом, я понял, почему я его характер знаю, мы с детства дружим. Ну все, это еще легче, значит. Фур электро. А ну-ка. Сильно жестко. Матвей челлендж. Челлендж дырами. Где-то горался. Hell Factory, ё-мо. Ты зараза. Как это проходить? Йорик. Да. Короче. Hell Factory это не ко мне. Флоп. Boss Night. The Caverns. The Caverns? Нет. Не знаю, не проходил.
конечно. Естественно. Или это какой-то другой демон? Нет. Инсейн. Фишер. А! Не дурим. Ты что? Это хороший демон, это... Какой-то вот я помню, пацанчик какой-то проходил. Боже, Курлоки, вот Курлоки его проходил. Меня брат просто его смотрел, я такой, что это за малорик? Взял при мне такой, прошел эту фигню. Блин, жестко. Опа, процентики пошли. Серьезно. О, что так жестко? Нет, 200 тысяч. Не, 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 короче, максимум ты можешь сделать 54, как я понимаю. Вот прям от силы 54. Фух. Ну мы сейчас посмотрим, что это такое. Не, ну я видел, в принципе, этот демон. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ух ты ж. Да-да-да-да. Пау-пау. Пау-пау. Па-па-па-пау. И как это вот тут. А, ну тут, конечно же, свои тайминги, все понятно. Пам-пам. Все, я застрял, походу. Боже, как это проходить? Помогите, пожалуйста, мне. Вроде вот. Почти давай. Есть. Выбрались отсюда, ура. И застряли. Что это такое? Ага, тут у нас быстренько нужно словить.
тяжело, тяжело. А, нам еще тут предлагают две стороны. Интересно. Ты что ж ты делаешь? Нет, это серьезно. Как я это прохожу вообще, Алё? Что тут делать, как это проходить? Опа, тут у нас malware сложнее. Я не знаю, как там malware поживает. Но я думаю, это дикий какой-то для меня сильно. Зараза такая. Вот переход, вот этот сыпать хэл начинается. Опа! И готово. Не, ну сотка 53. Это в принципе. Ху, что ж такое? Сорян. Так, это в принципе нормально. Сейчас будем ставить процент. Ну да, первая попытка. Да, было бы лучше, но, конечно же, я слился. Блин, я зажал. Не дури. Мы вообще, конечно, отошли от темы стрима. Ну да ладно, тоже можно. Да, я ж говорю. Мы немного отошли от темы, как его, вудкида. Будем что-то думать сейчас. Сейчас чуть-чуть попроходим этот каверинс. Там два раза нажать.